В Твери продолжается строительство важных социальных объектов, школ и больниц. Губернатор Игорь Руденя в рамках инспекционной поездки посетил новые учебные заведения на улицах Левитана и Цветочной, а также детскую поликлинику на улице 2 Красина. С подробностями Наталья Чекет. Новая детская поликлиника на 2 Красина почти готова принять первых пациентов. Сейчас в медицинском учреждении строители проводят пусконаладочные работы. На инженерных сетях и монтируют медицинское оборудование. Рентгенный аппарат смонтирован, монтаж идет ультразвуковых аппаратов, всего технологического оборудования, стоматологический кабинет оборудуется. Трехэтажное здание поликлиники в микрорайоне Соминка рассчитано на 200 посещений. Во время осмотра губернатор Игорь Руденя поручил профильным областным ведомствам обеспечить постоянный контроль процесса подготовки к вводу объекта. На финишную прямую вышло строительство школы на улице Цветочная. Учебное заведение получило название «Центр образования номер 57». Кроме учебных кабинетов, для школьников будет открыт бассейн, где уже завершены все работы. Бассейн 100% готов, водоподготовка вся работает, идет постоянная очистка воды, подпитка, температура. Объект на сегодняшний день готов с строительной точки зрения. Идет монтаж, сборка технологического оборудования, кухня, учебные классы, развешаны доски интерактивные, меловые, маркерные. Готовится к открытию новая школа в микрорайоне Южный. Здесь завершены все основные работы. Уже получено разрешение на ввод учреждения в эксплуатацию. Также закреплен список домов, дети из которых имеют приоритетное право при зачислении в школу. И полностью сформирован педагогический состав. Ведем работу по формированию будущего контингента учащихся. Формируются классы. Классы формируются пока из проектной мощности 24 ребенка в классе. Мы берем, начиная с первого класса и сейчас пока по восьмой, так как выпускные классы уже подали заявление, и у них ОГЭ, ЕГЭ. Дальше, конечно, школа будет функционировать в своем полном объеме, начиная с сентября. Обе школы на Левитаной и Цветочной построены и оснащены по современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса. Объекты возводятся по национальным проектам образования и демографии, инициированными президентом России Владимиром Путиным. Новые школы в Твери рассчитаны на прием 1224 учащихся каждая. По завершению рабочей поездки Игорь Руденя отметил, что под постройки таких школ можно распространить и на другие крупные муниципальные образования Тверской области. Это очень хороший опыт обустройства типовых школ. Каждая школа, с одной стороны, строилась по типовому проекту, с другой стороны, сильно индивидуальные и цвета, и классы, и коридоры, и лестницы, читальные залы, библиотеки. Даже в бассейнах видна разница по обустройству. Исходя из опыта создания таких объектов, сейчас мы проработаем возможность строительства аналогичных объектов или объектов-аналогов в наших муниципальных образованиях крупных. Сейчас в Тверской области на разных стадиях строительства находится более 20 объектов в сферах здравоохранения, образования, спорта, социальной защиты и культуры.